об этом клиентам. Прямое, как сказать, прямое воздействие на лояльность или анти. Как относятся сотрудники вообще ко всему тому, вот, что мы увидели, что происходит? То есть, естественно, как следствие, нет доверия к результатам, они вообще не понимают, откуда эти результаты происходят, ну и, безусловно, они напряжены с точки зрения последствий. При этом, что происходит, какие есть различия в зависимости, ну, то есть в действиях, которые сотрудники готовы предпринимать с целью изменения своего поведения, улучшения своей работы. То есть если сотрудникам не нравится, что происходит в программе измерения их деятельности, то, собственно говоря, всего лишь, ну, примерно половина обращаются к материалам и меняют свое поведение. А если они согласны, то меняют поведение 96, и 77 из них готовы еще как-то дополнительно обучаться. То есть мотивация автоматически растет. Дальше, собственно, это уже в формате выводов, наверное, что, подытоживая все, безусловно, нужно рассматривать мистери шопинг как инструмент, который должен способствовать только росту, то есть это позитивное подкрепление, безусловно, выстраивает такую систему и вообще корпоративную культуру, которая сотрудника поддерживает его в каких-то достижениях и в успехах. И мистери шопинг очень удачный инструмент, в том числе для того, чтобы находить такие вот небольшие поводы для признания. Вот. Они должны чувствовать удовлетворение, безусловно, и поддержку в команде. Дальше, все, что касается форматов обратной связи, то, ну, в общем-то, я об этом уже говорила, что, безусловно, обратная связь должна быть, но она должна быть еще и корректной. То есть она должна быть правильно организованной, она должна учитывать интересы сотрудника всегда, потому что, в принципе, сотрудник – это, ну, в общем, ключевая ценность в большинстве компаний, и это как раз тот самый инструмент для всех совершенно бизнесов, которые что-либо продают, которые позволяют напрямую воздействовать на лояльность клиента и формировать, ну, помимо лояльности, здесь вот на секции по брендингу тоже говорили о таком понятии, как амбассадоринг, такое замечательное слово, но, собственно говоря, это человек, который является фактически «я есть бренд», да, то есть он представляет бренд в своем лице. И, к сожалению, в банковской среде, ну, как-то вот вроде бы все над этим работают, но есть банки, не буду называть, которые начали хорошо, а сейчас спустились на уровень очень, ну, такой низкий, тоже ниже тех, кто стартовал позднее. Ну, собственно, все. Вот, я надеюсь, была не очень скоростно все пробежала. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В принципе, можно любой вопрос задавать по почте и мой мобильный телефон. С удовольствием отвечу. Презентация для всех доступна. Спасибо огромное за внимание. Если есть...